Здравствуйте. Сегодня давайте рассмотрим одну из причин, почему не работает Google Chrome на компьютере полноценно, как работал раньше. Открываем главную страницу своего канала и видим, что нету двух колонок. Это «Настроить вид канала» и «Творческая студия YouTube». И что бы мы ни делали, ничего не меняется. Почему? Потому что браузер Google не обновлен. Смотрим верхний угол справа. Если мы видим вот таких три полоски, а не точки, это свидетельствует, что необходимо его обновить. Потому что плохо работает, порой и тормозит этот браузер и все то и прочее. Теперь необходимо произвести обновление этого браузера. Нажимая на эти три полоски. Внизу справка о браузере Google Chrome. Нажимаем. Видим, версия у меня старая здесь стоит. И выполняется обновление Google Chrome. В автоматическом режиме, когда мы сюда переходим, идет обновление. В настоящее время, видим, идет процентное соотношение обновления 17, 18 и так далее. Будем ждать, пока завершится обновление данного браузера. Потом сделаем перезагрузку и посмотрим, отобразятся ли значки на главной странице моего канала YouTube. Обновление произошло. Теперь необходимо перезапустить. Нажимаем. Идет перезагрузка браузера. Теперь необходимо войти, потому что произошел сбой. Входим в свой канал и появились вот такие необходимые для нас эти колонки. Настройка вид канала и творческая студия YouTube. Давайте посмотрим, до какой версии был обновлен браузер. Нажимаем на эти три точки. Справка о браузере. И как видим, до версии 7903. На этом все. До свидания.